поют шальные соловьи. Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат. И спит солдат, припомнив дом, и сад зеленый над прудом, где соловьи всю ночь поют, а в доме дом солдата ждут. Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат. Путь далекий ты проводил меня, край любимый, как ты хорош. Долети моя песня до Владимира, а оттуда дорогу найдешь. Как точно сказано, родина Алексея Ивановича Фатьянова – это Владимирская земля. С исконными, исконно русскими традициями, песнями, сказками, народным укладом. И вот эти ощущения он очень точно и образно передал в своих песенных текстах. Алексей Фатьянов из семьи образованной, где была библиотека, даже свой кинотеатр. Он очень рано научился читать. Он был воспитан на стихах Пушкина, Есенина, Блока. Боже мой, а разве может настоящий русский человек пройти мимо красоты родного края, родной земли? На солнечной поляночке музыка Соловьева-Седова исполняет группа «Наоми». На солнечной поляночке любовью выбрана парнишка, на поляночке играет на любовь. Про то, как ночи жаркие с подружкой проводит, какие по ушам ей красивые дарили.
Война. Война стала поворотным моментом в судьбе всех граждан нашей великой страны. И, конечно же, отразилась на судьбе Алексея Ивановича Фатьянова. В военные годы он в составе армейских ансамблей выступал на передовой с концертами. Он очень много писал стихи, песни, заметки в газеты. По дороге на позиции, на передовой край мог придумать целую программу. Но он был удивительным мастером не только серьезного слова, но и шуточного. Юмор — это был его конек. «Летит фанерный наш У-2 по бесконечной дали, но где ж-то видно, чтоб дрова по воздуху летали? В кромешной тьме наш Тарантас летает, как по нотам, и бомбы точно в самый раз, что ложку в лоб кладет он. Он не велик наш аппарат, часы, а не машина. Ему, пожалуй, в аккурат ангар в норе мышиный». Вот такое шуточное стихотворение он написал в 1942 году. А Василий Соловьев-Седой тут же написал на эти стихи музыку. И вот такая музыкальная композиция была совершенно в духе весельчаков и балагуров Фатьянова и Соловьева-Седова. «Потому что мы пилоты». Музыка Соловьева-Седова из кинофильма «Небесный тихоход». Исполняют Денис Клявер и театр-студия «Непоседы». Друзья, перелетные птицы, только быт наш одним не хорош. На земле не успели жениться, там на небе жены не найдешь. Потому что мы пилоты, небо наш, небо наш, на земле дождь. Первым делом, первым делом самолеты. Матвей Блантер, Сигизмунд Кац и другие известные композиторы того времени просто стремились сотрудничать с Алексеем Фатьяновым. Настолько были проникновенны и музыкальны его стихи. Только Соловьевым Седым было написано более 80 песен. Их связывала очень крепкая дружба, любовь к музыке, к хорошей поэзии. И вот как сам Василий Павлович Соловьев-Седой рассказывает о поэте и их дружбе и творчестве. Внимание на экран! Перебрать наспех песню вот, «Соловьи» или «Давно мы дома не были», или «Где же вы, друзья, однополчане» и целый ряд других, все они совершенно различные ритмы и совершенно различные по характеру и по настроению песни.
композитор, который сталкивался с Фатьяновым, ему было, если он, конечно, чувствовал его стихи, было необычайно просто работать. Не знаю, с кем мне еще так было легко работать, как с Фатьяновым, потому что ритмические, еще раз повторяю, особенности его стиха сразу же наталкивали на несколько музыкальных вариантов. И можно было даже, как говорится, выбирать наиболее интересно сложившуюся мелодию. У меня даже был случай такой, что, вот, скажем, на его песню «На солнечной поляночке» я написал сперва вальсовом размере ее, и мне показалось, что она недостаточно остро звучит. И я отставил, и на другой день написал «На солнечной поляночке» в том виде, в котором вы сейчас ее знаете. Жизнь и любовь просто обнимали Алексея Ивановича, а он в ответ любил мир, любил людей, любил жизнь, музыку, поэзию и свой родной край. А еще он очень любил город Ленинград и даже одно время думал туда переехать. И написал такие строки. «Над Россией небо синее над Невой, в целом мире нет, нет красивее Ленинграда моего». Прозвучит песня «Где ж ты, мой сад?» Музыка Соловьева-Седова. Исполняет шоу-группа «Доктор Ватсон». Где ж ты, мой сад, вешняя краса? Где же ты, подружка, яблонька моя? Родная, ты ждешь меня, хорошая моя. Я знаю, родная, ты ждешь меня, хорошая моя. Снятся бойцу карие глаза, на ресницах темных светлая слеза. Светая, скупая, девичья горючая слеза. Светая, скупая, девичья горючая слеза. Тебя найти, ты меня родная. Жди и грусти, тебе я приеду. Твоя любовь хранит меня в пути. К тебе я приеду. Твоя любовь хранит меня в пути. Ты мой сад, вешняя краса, где же ты, подружка, яблочко моя? Я знаю, родная, ты ждешь меня, хорошая моя. Я знаю, родная, ты ждешь меня, хорошая моя. Дорогие друзья, мы очень ценим тот факт, что наш коллектив удостоен премии имени Алексея Фатьянова. Песни на стихи этого замечательного поэта всегда были, есть и будут в нашем репертуаре. Спасибо! А теперь частушки! Гитлер Геббельса спросил, как успехи наших сил? Геббельс Гитлеру ответил, мы стремительны, как ветер. Даже сидя в кабинете, 10 танков, 100 машин, уничтожил я один. Говорили немцу так, победишь,
как свистнет рак. Гитлер рак адресирует, не свистит проклятый рак. Написано в 1941 году. Алексей Иванович Фатьянов всегда стремился на передовую. Был дважды ранен. В конце войны принял участие в освобождении Венгрии. Был награжден медалью за отвагу. В песне, которая сейчас прозвучит, слова написаны поистине сердцем и кровью. Поэт точно знал, о чем пишет. Проникновенные строки Фатьянова хочется слушать снова и снова. Музыка Василия Соловьева-Седова «Где же вы теперь, друзья, однополчане?» исполняет солист Международного фонда Арно Бабаджаняна, приглашенный солист Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации Николай Рябуха. Негаданно, незванно, разрушив все и все построив вновь, преображая в капли океаны, всепобеждающая первая любовь. Неясное все стало несомненным, стал шторм десятибальный ветерком, любое море стало по колено, и расстояние любое пустяком. Любимая,
Конечно, на планете никто такой вовеки не встречал. На лбу веснушки, лучшие на свете. Ну как же их никто не замечал? Таких веселых, видных еле-еле, таких задорных, солнечных, родных. И даже у Мадонны Рафаэля, ведь это ж ясно, не хватает их. Встречайте, на нашей сцене внук Василия Павловича Соловьева-Седова, актер Василий Соловьев-Седой-младший и певица, артистка Санкт-Петербургского мюзик-холла Алина Атласова. Музыка Соловьева-Седова «Разговорчивый минер». «Ничего не говорила» – музыка Соловьева-Седова. На сцене государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» имени Михаила Фирсова. Город Владимир. Ничего не говори.
Алексей Иванович говорил так. Песня – это птица. У нее два крыла – стих и мелодия. Чтобы песня хорошо летала, оба крыла должны быть одинаково сильными. Лучше и не скажешь. Сейчас прозвучит песня, которая была написана в трофейном автобусе где-то по дороге между Прибалтикой и Пруссией. Первый раз ее исполнил там же, в автобусе, после одной репетиции великолепный бас Ефрем Флакс. Песня прозвучала под аккордеон, который делает ее еще более душевной. И можно увидеть солдат, которые слушают эту песню, задумчиво вспоминая свой дом, своих родных и близких, любимого, детей, родителей, братьев, сестер, все то, что называется Родиной. Слушают, и кажется, уже нет войны. И особо остро чувствуется весна. Заслуженная артистка Татарстана, финалистка шоу «Голос» первый сезон Ильмира Калимуллина и образцовый театр танца «Империя», город Вязники, Владимирская область. Музыка Соловьева Седова «Давно мы дома не были». Фатьянова хорошо известны зрителям, но есть и те, с которыми зритель не знаком. Сейчас мы попытаемся исправить эту несправедливость. Очень радует, что
Много исполнителей все чаще и чаще берут не только популярные песни Алексея Ивановича, но и те, которые незаслуженно забыты. Они должны звучать с этих сцен, они должны проникать в наши души. И вот сейчас прозвучит такая проникновенная песня. Музыка Василия Соловьева-Седова «Обиделись девушки» исполняет заслуженная артистка России Варвара. Низко-низко кронится тополя, едет-едет, помнится по полям. Сердце, которое бьется рядом с ним. Галина Николаевна Фатьянова, супруга, жена поэта. Она была ему музой и верной спутницей. Жили они небогато, но она была удивительной хозяйкой, примечающей большое количество добрых друзей в их доме. Оставшись молодой вдовой с двумя детьми, она сделала все, чтобы сохранить память об Алексее Ивановиче. К ней многие сватались. Тогда она доставала костюм Алёши, своего Алёши, как она говорила, и продолжала. Кому подойдет, за того и замуж пойду. Галина Николаевна стояла у истоков всероссийского праздника поэзии и песни.
который в 46-й раз пройдет этим летом в июле на родине Фатьянова в городе Вязники Владимирской области. Алексей Иванович посвятил своей жене в 1952 году такие строки. «Не бывало тебя красивей, скрытой мягкой пахучей травой, на просторах родимой России мой цветок луговой». Музыка Анатолия Лепина. Песню «Если б гармошка умела» из кинофильма «Солдат Иван Бровкин» исполняет участник шоу «Голос» Алексей Петрухин и танцевальная компания «Школа хореографии «Элемент». Зачту. Приветствую вас на праздничном концерте, посвященном столетию со дня рождения Алексея Фатьянова. Творчество этого выдающегося поэта пользуется в нашей стране поистине всенародной любовью. Его стихи о Великой Отечественной войне и о победе в ней легли в основу песен, без которых невозможно представить жизнь нескольких поколений наших сограждан. В этом году торжественное мероприятие, посвященное юбилею Алексея Ивановича Фатьянова, проходит в России на федеральном уровне. Я искренне рад, что сегодня в государственном Кремлевском дворце собралось так много людей, желающих отдать дань памяти таланту Алексея Фатьянова. Проникнуться выразительностью и уникальными интонациями его замечательных, бессмертных произведений. Желаю вам приятного вечера, теплых и трогательных воспоминаний. Всего самого доброго. Министр культуры Владимир Мединский. А сейчас я прошу выйти на эту сцену
членов семьи Алексея Ивановича Фатьянова, сына Алексея Ивановича, Никиту Алексеевича и внучку Анну Николаевну Фатьянову. Ваши аплодисменты! Никита Алексеевич, можно вас попросить сюда подойти? Нет? Громче аплодисменты! Я точно знаю, что если я сейчас крикну «Владимирская область», мы все поднимем руки. И я точно знаю, что все мое сердце с вами. Растет семья Фатьяновых. И все в ней по-людски. И зазвучало заново здесь слово «земляки». Роднимся по Фатьянову из разных городов, из возрастов Багряновых и Вешних городов, как символ нашей Родины, любой судьбы канва. Простые, очень вроде бы Фатьянова слова. Ты знаешь про Фатьянова, а значит, ты мне свой. И в праздник, и внепланово со мною вместе пой. На солнечной поляночке свободных нету мест. По всей стране с тальяночкой флешмоб, концерт или квест. Растет семья Фатьяновых, вращается земля. Растет семья Фатьяновых, а значит и моя. Ирина Советова. Знаете, когда в сценарии написано две фразы, мне хочется сказать, дайте мне еще чуть-чуть. Я, знаете, что хочу сказать? Я хочу поблагодарить свою семью, которая для меня стала той опорой, которой можно служить в жизни. Я хочу поблагодарить свою Родину за то, что я родилась здесь. Я хочу поблагодарить Владимирскую землю, потому что это мои корни. Я хочу поблагодарить, знаете, как тяжело было собрать этот концерт. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в этом концерте. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал и участвовать будет. Я хочу поблагодарить всех, кто готовил этот концерт. Здесь присутствует Марина Колосова. Марина Станиславовна, я вас благодарю лично за помощь. Я благодарю команду Ира, Таня, Катя, Сергей. Я глубокий поклон вам от всей нашей семьи. Еще я хочу поблагодарить Кремлевский дворец, Государственный Кремлевский дворец, за то, что он принял нас и поверил в то, что мы сделаем замечательный концерт. Галина Ивановна, режиссер Кремля, вы лучшая, поверьте мне. И еще. Вот сейчас наш губернатор Владимир Владимирович. До этого была Светлана Владимировна. И это так здорово, что они Владимира. Потому что мы тоже Владимир. Мы все из Владимира. Удачи вам, и чтобы у вас все получалось. Спасибо вам всем, что вы сегодня все здесь собрались. Спасибо. Большое спасибо, что вы сегодня пришли. Я просто хочу сказать два слова. Что вот я уже старше, чем мой отец, в два раза практически. Но я хочу сказать, что вот он написал такие слова, которые до сих пор, только сейчас я начинаю познавать, что он был
гораздо мудрее меня, по всей видимости. Он написал, что когда проходит молодость, еще сильнее любится. Я с каждым днем все убеждаюсь, что вот с каждым днем, чем я становлюсь старше, тем больше я люблю людей, люблю родину, люблю свою жену, люблю всех, кто вокруг меня, люблю вообще эту Россию, люблю всех. Спасибо большое вам все, что вы помните. А сейчас, дорогие друзья, состоится премьера песни, музыку которой написала дочь Алексея Ивановича, Алена Татьянова. Но в 2004 году Алены Алексеевны не стало. Но в семье не сохранилось, ее по памяти напела внучка Анна Татьянова. И как вы думаете, кому? Не поверите. Действующему сотруднику полиции Сергею Малькову. А он тоже не просто так действующий сотрудник полиции, по совместительству еще и музыкант. А еще и папа, и причем папа финалистки российского этапа детского Евровидения. Так что песня мне очень понравилась, я решил сделать аранжировку. Вот так эта песня увидела свет. Музыка Алены Фатьяновой, слова Алексея Фатьянова. «Снежинки». На нашей сцене финалистка российского этапа детского Евровидения 2017 года, победительница Всероссийского фестиваля конкурса «Хрустальные звездочки» 2016 года Мария Малькова, 9 лет, Республика Татарстан. А помогают ей муниципальный образцовый театр песни «Сюрприз» и образцовый театр танца «Империя», город Вязники, Владимирская область. Сцене. Вести ту часть концерта, которая посвящена военной эпохе поэзии Алексея Ивановича Фатьянова. Но сегодня есть еще один радостный для меня момент. Я могу прикоснуться к его творчеству. Благодаря Анне, спасибо, я исполняю сегодня одну песню на стихи Алексея Ивановича Фатьянова. И это счастье для меня. Итак, музыка Владимира Сорокина. На сцене мне помогает виртуоз-гитарист Алексей Сидоров, «Когда проходит молодость».
Когда проходит молодость, длиннее ночи кажутся, что раньше было сказано, теперь уже не скажется, не скажется, не забудется, а скажется, забудется. Когда проходит молодость, то по-другому любится. Но что нам в жизни сетовать на то, что ночи длинные, еще полны рассветами, все ночи соловьиные, коль ночи соловьиные, цветут кусты жасминные, и ты, как прежде, кажешься кудрявою рябиною. Пускай кусты волосы пойдут усталые, мне кажутся красивее, что не сбылось, то забудется, вовеки не забудется, когда проходит молодость, еще сильнее любится. Сейчас на сцену я хочу позвать своего коллегу, своего товарища, брату по цеху, заслуженного артиста России Александра Олешко. Встречайте! Добрый вечер, дорогие друзья. Огромное спасибо за приглашение. Имею честь дружить и общаться с семьей Алексея Фатьянова и петь, конечно же, песни на стихи этого удивительного, тонкого и очень красивого человека. Когда сейчас говорили про владимирцев, Владимирскую область, когда говорили Владимир Владимирович, Владимир Владимирович, я думаю, ну, я тоже немножко с вами. Я Александр Владимирович. А вообще, конечно же, в каждой строчке Алексея Фатьянова признание в любви женщине, семье, стране, родине, признание в любви жизни. В городском саду играет духовой оркестр. На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест. От того, что пахнет липа или роса блестит, от тебя такой красивый глаз не отвести. Музыка Матвея Блатова «В городском саду». Исполняет лауреат всероссийских и международных конкурсов Владимир Брилев и танцевальной компании «Школа хореографии «Элемент». Моряка.
нашел, чуть не был мира я. С тобой, как ты, не встретился и думать не додумался, что встречу я тебя. Ничто не изменилось в городском саду. На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест. В городском саду играет духовой оркестр. Прошел чуть, не был мира я, с тобой, как ты, не встретился. Что встречу я тебя. Прошел, чуть не был мира я, с такой, как ты.